Танки как символ мира решил использовать американский художник Арман Фернандес, соорудив из них очень необычную пирамиду в пригороде Бейрута, селении Ярзя. Ни один танк, составивший ее, уже никогда не будет стрелять, он прочно вмурован в бетон. «Надежда на мир» — монументальная композиция, которая является напоминанием о разоренном кровопролитными гражданскими войнами Ливане, сотрясавшими страну в период с середины 1970-х и до начала 1990-х годов. Внешне 30-метровый памятник похож на полуразрушенный дом, на каждом этаже которого стоит танк. Никаких муляжей здесь нет, вся техника в не столь давнем прошлом на самом деле стреляла. Место размещения монумента выбрано не случайно, рядом со входом в Ливанский военный музей, который расположился в здании штаб-квартиры Министерства обороны Ливана. 5000-тонная башня из танков не сразу нашла свое место, художник еще в начале 1970-х предлагал свою работу властям Страсбурга в преддверии торжеств в честь Дня Д, в 1983-м он с тем же предложением обращался к израильским властям. Год спустя после вторжения Израиля в Ливан, погубившего 17 500 человек. В конце концов его идея нашла отклик в Ливане, как раз накануне празднования 50-летия ливанской армии в конце 15-летней гражданской войны, унесшей жизни 150 000 человек. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.